Российская экономика начнет восстанавливаться уже в начале следующего года. Об этом говорится в докладе Всемирного банка по российской экономике, сообщает «Российская газета». В 2016 году прогнозируемый рост составит 0,6%. В документе также говорится, что дефицит бюджета России в текущем году составит 4,2% ВВП, а в 2017 снизится до 2,2% валового продукта. Аналитики подсчитали, что номинальные доходы у значительной части населения будут расти быстрее, чем в прожиточный минимум, что позволит большему числу людей преодолеть бедность.